Мы можем стать волшебниками. Реально, мы можем стать волшебниками, если мы этого захотим. И в преддверии Нового года вот просто самое-самое лучшее время для того, чтобы стать волшебниками. А для этого я очень люблю использовать Симарон. Вспомните все ритуалы Симарон, которые я вам рассказывала, которые, может быть, вы вычитали в книжках. Сейчас самое лучшее время для таких добрых ритуалов. Очень хороший такой ритуал симаронский – взять мандаринки и написать на них то, что вы хотите получить. Или просто такие самые добрые слова, например, на одной мандаринке вы пишете «мир», на второй мандаринке вы пишете «здоровье», на третьей мандаринке вы пишете «богатство», на четвертой «счастье», «любовь», ну и так далее, да, все, что вы хотите. И вот подписали эти мандаринки, и ваша задача их все съедать, постепенно, постепенно съедать. И вдумчиво, не просто так, а съел, ушел и забыл, а именно вдумайтесь, поступайте осознанно. Представьте, что действительно вы не просто кушаете мандаринку, а вы в себя закладываете энергии мира, вы в себя закладываете энергию любви, вы в себя закладываете энергию благополучия. И поверьте мне, это сработает, поверьте. Я знаю, что так оно и будет. Какие еще замечательные советы по Симарон я могу вам дать? Друзья, можно все абсолютно, то, что вы делаете, заряжать позитивной энергией. Мы с вами готовим праздничный стол, мы готовим салаты, мы готовим пироги. Придумайте свою собственную историю, придумайте свою собственную игру. И каждый раз, например, вот вы пирог делаете, например, с яблоками, и говорите, это не простые яблоки, это молодильные яблочки. Каждый, кто съест мой пирожок с молодильными яблочками, помолодеет на 10, на 15 лет. Понимаете, то есть это же время чудес. Сейчас самое чудесное время, несколько дней до Нового года, они абсолютно волшебные. Они абсолютно волшебные. Вы можете загадывать желания хоть каждый день. Вы можете делать ритуалы хоть каждый день. И я вам это рекомендую. С вами была Наталья Правдина. И если вы хотите улучшить свою жизнь прямо сейчас, сделайте очень важный шаг. Переходите по ссылке в описании под этим видео. Потому что успех следует только за действием.